Скажи, как зовут? Никита. Никита, давай. Смотри на горизонт, так лучше будет. Да, во время прыжка смотри вперед. Представь, что на горизонте у тебя турник есть. Тебе нужно до него допрыгнуть и схватиться. И ты это прям делаешь. Смотришь, хватаешься руками, разводишь стороны. Да, прям выпрыгиваешь вперед. Ну, как удобнее тебе. Вперед, вниз не смотри. Самый интерес вниз смотри. Ну ты в полете будешь уже это смотреть. Часто тебе нужно выпрыгнуть. Не вниз, а вперед.